Воскресенье, отличная погода, и мы идем по направлению к деревне Имендорф. Не к деревне, а вообще в саму деревню Имендорф. Вокруг вот это говняное поле, тут, наверное, биосвекла растет, вон как фигово растет. Ну а там все как надо, вон там кукуруза, без всяких биодобавок, в общем, с химическими добавками, которые делают, ну я куда-то не в ту сторону. В общем, идем в деревню Имендорф, там должно быть и есть кафе, где можно выпить кофе и чем-нибудь закусить, типа круассан, может быть, или что-то такое. Ну, не знаю, будет все это работать или нет. Идем просто так. Километра 3 до деревни от нашего города. Пока что все идет как надо. Добро пожаловать в деревню Имендорф. Ну, довольно-таки большая деревня. Магазинов тут, может быть, какая-то забегаловка есть, киосок. А так-то два бикерая. Это две булочных. Для деревни это хорошо. Так, вот нам в это кафе. Ну, деревня, это своеобразный быт. Вон там то кони пасутся, то видно эту куры ходят. Ну да, лошади. То эти куры кудахчут, то, блин, навозом воняет. В общем, как обычно. Деревня есть деревня, чё. Со всеми прелестями. Нормалек. Так, вот он. Вот оно, это кафе. Там он. Как бы там сидят люди, наверняка они брали билеты. Стоит где-то 25 евро. Это на так, чтобы обедом там покушать или завтраком. Ну, сейчас посмотрим обстановку, что и как. Сделаем вывод. Я тут брал пару булочек, приезжал специально. Сейчас хотим там кофе выпить. Так, в общем, приземлились в кафешке. Довольно-таки уютное, нормальное. Девушки взяли по кофе. Капучино. Кстати, кофе там у них делается, жарится. Да, сейчас объясню, почему мы здесь, в этом кафе. Это кафе одно из немногих, которое вот... вообще, это редкое место, где еще сами обжаривают кофе. И поэтому мы здесь. Потому что это только большие предприятия этим занимаются. А тут чисто деревенское кафе, и они сами обжаривают кофе. Из-за этого мы пришли купить и попробовать. Алло, вот принесли. Dankeschön. Ну-ка, давай. Со звуком. Пок есть. Данка. Отлично. Пиво такое-то, Бойтон. Ну, это как бы местное, тут недалеко где-то варят это пиво. В общем, я объяснил же, да, почему мы здесь, в этом заведении, чтобы попробовать кофе, провести время и купить кофе, чтобы дома это кофе варить. Но оно дороговастенькое, 250 грамм 7 евро стоит. Это дорого, но стоит того, наверное. Да, один раз попробовать, а потом присесть на это кофе. В общем, приятного нам аппетита. Ого, такое кухо, блин. Толстая кухо. Тебя угостить? Потом. Туда мы ездили с яйцами. Пиво налито и должно быть вкусное. Ну что, ну есть разница, кофе? 3 евро стоит, 3,20 вроде бы стоит пиво в бутылке. А так оно стоит в магазине, ну может быть евро. Вот так вот, везде. Погоды отличные стоят. Это что, ореховое дерево, да? Скоро будет падать на бошки. Пиво нормальное. Сейчас буду кофе. Дождался наконец-то это малинового такого деликатеса. Кофеек уже почти выпит и холодный. А кухо только что принесли. Вот так. Так, в общем, посетили кафешку.
выпили пиво, кофе выпили, сели по большому куску куха. Кстати, куха очень большой кусок, вкусный и не так дорого, 2,80 стоит. Паркплац полный. Так, что нам это вышло? 17 евро с лишним за одно пиво, два куха, два кофе. Вот так вот примерно, да. Ну, в принципе, приемлемо. 17 евро это не так дорого за такую, за такие вещи. Это деревенский детский сад. Ну все, отправляемся в обратный путь. 4 километра до дома. Все хорошо. Сейчас еще покажу, что я там купил. Еще кроме того, что мы там выпили, скушали. Сейчас еще покажу. Так, а народ все прибывает и прибывает. Приходят, приезжают. В общем, там я еще приобрел такой вот типа багет, но он как бы сделан кружком так с луком. Цвибельринге. Такой он должен быть очень вкусный. Типа багета с луком. Но в форме круга. И вот такой вот еще кофе. Я говорю, что там здесь они сами жарят кофе и делают такие вот мишунги кофейные. Вот я там приобрел. 7 евро стоит 250 грамм. Это очень дорого. Ну, не как бы дорого. Дорого, просто дорого и все. Но стоит попробовать, раз уж мы тут были. Приехали только из-за этого, пришли. Так что все в порядке. Попробую.